Почему нам с детства внушают чужие мысли, чужое мнение? Эта политика направлена на уничтожение нации. Человека и личность этим забивают информацией, чуждой ему, вредной, которая является не более чем просто субъективным мнением какой-то группы людей. So we consider the returning of the democratic values and freedom to the society a best way of government and a duty of responsibility.